Привет, ребята, и добро пожаловать ко мне на канал. И сегодня у нас с вами будет обзор очень классной косметики Наташи Денона, которую все любят и знают во всем мире. Именно сегодня пойдет речь про вот такую вот пятерочку. Она называется 02. Такая она очень-очень красивая, повседневная. Мне кажется, что это в тауповой такой, даже пыльно-розовой гамме. В общем, прикольно. Также мне наконец-то приехала посылка с Cult Beauty. И будем с вами еще тестировать хайлайтер их новый. I Need a Nude Glow. Все посмотрим поближе, рассмотрим. Я также думаю, что какой-то конкретик от Крыгиной возьмем в качестве, наверное, средства для губ. Будет очень-очень интересно, так что оставайтесь со мной. Если вы впервые на моем канале, подписывайтесь, пожалуйста, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Снимаю как люкс, так и бюджет. Всем найдется что-то интересное на моем канале, я надеюсь на это. И давайте скорее начинать. Так, ребят, я предлагаю вам сначала посмотреть на всю эту косметику поближе, которую я сегодня буду использовать в своем видео. А потом мы с вами будем уже переходить к макияжу. Так, ребят, у меня сегодня попали просто ко мне в руки вот эти вот железные баночки. Кто как их не именовал, очень, конечно, такой бренд спорный. В общем, это Крыгина Косметикс, как вы уже видите, железные банки. Вот, и ко мне попало несколько конкретов. В общем-то, железные банки, они здесь на вот такой вот штуковине, то есть тут, наверное, что-то надо делать, но я бы тоже бы не стала ничего тут делать, потому что жалко железные гробики. Вот, но на самом деле так как-то по-научному это все выглядит. И здесь у нас что-то тоже лежит. Вот так вот выглядит конкрет. И сейчас я вам покажу, какие у меня есть на сегодняшний момент. Вот такие вот, ребятки, у меня есть на сегодняшний момент. Здесь есть оттеночек Chocolate коричневый, Dusty Rose. Это что-то, я надеюсь, пыльно-розовое. И вот такой вот оттеночек Holy. Очень, мне кажется, красивый на весну, на лето, да даже на осень. Ну и ладно, на зиму. В общем, очень красивый. Я думаю, что мы их сейчас посвочим. Надеюсь, они мне тут все не заляпают, мой белый стол. Выглядят, ну не знаю, прикольно, как краски, да, как краски какие-то выглядят. Я очень надеюсь, что это сейчас у меня все не польется никуда. Вот такие вот оттенки у меня получились. Коричневый прям какой-то жидковатый был. Я подумала, о, нормально, ничего там из него не вылазило. Но зато из вот этих вот двух оттенков повылазила просто куча всего. Такие жирные-жирные сводчи. Я, кстати, не помню, чем оттирать конкретно. Будем сейчас на месте ориентироваться. Мне, в принципе, нравится. Наверное, коричневым можно сделать, правда, какую-то стрелочку. Красный на губы, и вот этот тоже красивый, очень Dusty Rose на губы, прям вообще
насыщенность просто бомбяу. Я не знаю, мне кажется, что это очень прям классная какая-то, наверное, подложка под тени будет, наверное, вообще просто убойная. В общем, что-то мы придумаем, я думаю, с этими конкретами. В ближайшее время вам покажу. Так, ребят, ну что, я предлагаю сразу переходить к макияжу вот этой палеткой. Очень влечет меня вот этот оттенок. У меня вот даже платье, мне кажется, прям вообще подобрано просто один в один. Я думаю, что здесь на самом деле матовый только вот один оттенок, вот этот, а все остальные какие-то типа сатиновые, шиммерные. В общем, будем уже по ходу с вами ориентироваться. А я почему-то хочу сейчас сделать вот такие вот смоки. Я, наверное, сейчас достану свой карандаш, вот этот сливовый от Буржуа, сделаем им подложку, и потом уже что-то будем из этого наносить. Очень хочется, почему-то прям очень хочется. После моих нюдовых макияжей, которые я носила на повседневку каждый день, хочется яркости просто выжать из вот этой палетки. Мне кажется, она для этого не предусмотрена, но извините, будем делать сами, что мы хотим. Выбивать просто сок. Сейчас достану карандаш и вернусь. Так, я достала этот карандаш, у меня он от Буржуа, прям, мне кажется, я же в каждом видео его трясу, очень уж он мне нравится. По-моему, вот, насколько мне не изменяет память, это оттенок должен быть план. А, нет, нашла, 007 Пруниссиме он называется. В общем, это то же самое, что и план, только на итальянском. Так, и я думаю, что бы нам сделать, ну давайте начнем вот отсюда, как обычно, вот здесь вот я сделаю себе затемнение максимальное, попробуем. Перемешивается этот карандаш с консилером и становится более светлый, даже какой-то серый. Также вот здесь вот на нижнее веко нанесу. Так, ну, в принципе, уголок у нас готов. Дальше потом по ходу будем что-то добавлять, убавлять. Давайте попробуем закрепить это все вот этим вот темным самым нижним оттенком, от которого я просто, не знаю, мне трясет в поджилках. Почему-то мне очень захотелось какого-то такого прям бордового оттенка взять. Ух, да, на карандаше прям вообще огнище. Я думаю, что без карандаша, как бы, ну да, более прозрачно здесь вот получается без карандаша, но очень мне захотелось прям насыщенно, чтобы все это было. Просто нереальная какая-то насыщенность. Мне интересно, если я сейчас вот на палец наберу, боже мой, тут такой вообще какой-то сливочный оттенок. Сейчас попробуем его опять-таки поднанести. Да, становится еще ярче, еще насыщеннее, боже мой, вообще безумная красота. Пальцем просто огонь, я не знаю, что сказать даже. Очень-очень красиво. Так, я думаю, что нам нужно взять вот этот вот такой пыльно-розовый оттеночек, единственный матовый в этой палетке, и попробовать немножко это все дело подтушевать. Все очень пигментировано, просто очень. Так, ну и давайте переходить к каким-то, не знаю, украшалкам, что ли, потому что уже вообще за 2 минуты все готово. Как так это все быстро происходит, без понятия, не спрашивайте меня. Давайте нанесем сначала во внутренний уголочек вот этот вот оттенок. Хочется мне почему-то заполнить внутренний уголочек. Вообще набрался оттенок просто, как я не знаю, очень масляный, очень, кстати, вот этот хороший оттенок. В нем нет никаких блесток, он классический, прям такой, не знаю, шиммер или очень классный сатин, который можно и под бровь добавлять, и внутренний уголок, мне кажется, даже на нос тоже мне нормально подходит, очень хороший. Так, дальше у нас остается 2 оттенка вот этих вот верхних, пытаюсь понять, мне кажется, вот один из них по сиянию больше, а второй, ну да, второй типа просто такой, окей. Тогда сейчас нанесем, который поспокойнее, наверное, пальцем на все подвижное веко, а потом сделаем такой блик оставшимся оттенком, который вот немножко поярче. Вообще интересная такая цветовая гамма. Это вам не Том Форд с Pretty Baby. Вроде Pretty, а вроде и не бэйби вовсе. Кстати, вот осыпается достаточно это все дело. Ну и давайте теперь вот этот вот
которые прям вообще такое маслянистые, суперские. О, кстати, хороший такой прям цвет. Не знаю, не уверена, как бы, ну, типа, для блика, как он, нормально или нет. Хотя, в принципе, да, почему бы и нет. Интересная, очень интересная гамма с вот этими оттенками. Прям вообще и качество. Качество очень-очень классное. Мне всегда думалось, знаете, типа, может, она будет скучная, но вот за счет вот этих вот интересных оттенков оно и не выглядит как-то скучно. Эта палетка, мне кажется, запросто может быть повседневной. Если, например, не брать вот этот вот красивый бордовый. Мне интересно, вот если светлый, знаете, набрать, он прям тоже такой насыщенный, и немножко еще, во, смотрите, прям как вообще загорелось тут все. Очень интересный по оттенкам макияж, я, честно говоря, прям неожиданно удивлена. И получается, вот этот вот бордовый, когда его растушевываешь, самый темный, он тоже становится матовым практически. Если прям вот так вот как-то, то видно то, что свет отливает от него. А вот так вот, в принципе, если на себя прямо смотреть, то смотрится более чем красиво это все. В общем, давайте сейчас доделаю туда макияж лица и вернусь. Будем пробовать Крыгину, будем пробовать новый хайлайтер от Наташи Диноны тоже. Короче, не переключайтесь, оставайтесь со мной, будет очень-очень интересно. Так, ребят, я вернулась к вам в перерывах между макияжами лица и хочу вместе с вами попробовать сделать, знаете, такую просто линию в ресничном крае. Оттеночком Chocolate, вот этим конкретиком от Крыгиной. Стрелки я не хочу делать, но просто хотя бы попробую провести, посмотреть, что из этого получится, достаточно интересно. Я взяла самую тонкую кисточку, которая у меня только есть, Valerie D 1M3131, может быть, кто-то тоже их ищет. И хочу просто, знаете, пройтись этим коричневым вдоль ресничного края. Я понимаю, что это как бы, ну, глупая вещь в этом макияже, но интересно, как работает. Конкрет я с этой точки зрения хочу посмотреть. Как бы будет наноситься он проплешинами или не будет, что с ним вообще тут произойдет. Так, ну, в принципе, нанесла. Реально, вот коричневый прям очень смягчает макияж глаз. В принципе, я не вижу никаких проплешин, то есть тут все достаточно густо сделано. И вот такой тонкой кистью прям очень-очень удобно это все делать. Немножко еще выдавлю, прям нужно реально аккуратно, потому что не знаю, то ли, знаете, от того, что дома тепло, как-то все-таки они вылазят из вот этих вот баночек. Я видела, что первые ее запуски, так вообще там все текло мимо кассы. Здесь уже, походу, формула получше. Мне кажется, этим также можно красить и ресницы, например. Если бы я сейчас свои накладные не хотела бы клеить, то как тушь вот эту штуку использовать, и прикольно. Например, у меня нет коричневой туши, а я хочу себе коричневые ресницы вообще спокойно. Это можно осуществить. Ну вот, собственно, 2 минуты, уже все готово. Я, кстати, вот, честно говоря, сомневаюсь насчет того, что можно ли их наносить на слизистую или нет. Честно говоря, я не помню про это. Ну вот, например, вот здесь вот еще такой полузасохший конкрет. Он вот спокойно оттерся обычной вообще мицелляркой. Так, сейчас я доклею ресницы и вернусь к вам для нанесения хайлайтера. Нанесем также, я думаю, конкрет еще и на губы. Очень интересно, что у нас получится. Так, ребят, давайте сначала с губами определимся, потому что очень хочу нанести комбо из конкретов. Один Chocolate, другой Dusty Rose. Сейчас я их себе добуду на руку. Типа такой, знаете, как чтобы получилось амбре у меня. Сначала контур я заполню Chocolate. Кстати, в принципе, наносится вообще без каких-либо проблем. Вообще на камере почему-то очень-очень темный оттенок. Слушайте, ну это прям вообще очень красивый оттенок. Обалденный просто. Слава богу, что я, знаете, начала с губ,
потому что ему все-таки нужно немножко подсохнуть, там где-то потолще слой. Вот, пусть пока подсохнет, и потом нанесем второй. А пока давайте переходить к хайлайтеру. Господи, вот знаете, это вообще какой-то эстетический оргазм со мной случился, когда я получила вот эту вот коробку. Она вот сама вроде как непримечательна, но она, знаете, она какая-то прям вот, не знаю, очень приятная, золотистая. Ох, не знаю, очень я, конечно, кайфую с этих, со всех вещей, и какая прелесть вообще внутри, вот, серьезно, очень-очень это все красиво, все в таком, не знаю, каком-то, наверное, rose gold оттенке, просто изумительное, такое красивое вроде просто, но с каким-то вкусом, нереально красивое оформление внутри, этот rose gold очень красиво сочетается с вот этим вот самим рефилом, с хайлайтером, очень красивое тиснение, я просто умираю, я не знаю, это такая красотища, этим не хочется пользоваться, это хочется беречь, здесь еще первый раз на самом деле такое вижу, что заклеено зеркальце пленочкой матовой, короче, ничего не отвлекает от вот этой красоты, боже мой, просто очень-очень красиво, но знаете, на свотчах мне почему-то показалось, что этот оттенок как будто бы, ну не знаю, темноват, желтоват. Поскольку у меня сейчас наконец-то нормальный оттенок тонального, интересно, что будет. Честно говоря, очень-очень не хочу нарушать эту всю красоту, ну потому что, ну, это изумительно. Изумительно, очень красиво. Ладно, давайте наберем и попробуем вот здесь вот его нанести. Ну, он, кстати, такой прям неплохой, его можно подразнести. Он, да, он смотрится таким желтоватым, но, в принципе, это та мера желтого, скажем так, которая, в принципе, можно ее носить и что-то там как-то подразнести. Наверное, возьму другую кисть, это что-то как-то не очень хочет набирать. И когда вот мы это все, знаете, подтушевываем, то никаких вот блесток не остается. Очень красивое такое перламутровое сияние. Он, я думаю, что больше, знаете, на каждый день. Давайте на нос попробуем. Все на носу всегда я пробую. Ну, для носа немножко он темноват. Самую прям малость. И он реально вот на каждый день, то есть он вообще не очень-очень яркий. Возможно, здесь вот это вот тиснение запеченное, которое нужно немножко подснять. Так прям классный хайлайтер на каждый день. Немного напоминает мне хайлайтер, по-моему, у меня в оттенке то ли Opal, то ли Moon Dust, что-то такое от Бэка когда-то было. Вот это вот его напоминает. Красотища просто, вот реально какой-то люкс, за гранью добра и зла. Наташа начала делать классные вот эти вот тоже тиснения на своих упаковках, рефилах, и это все, конечно, просто безумно классно смотрится. Но вот он не очень яркий, я думаю, что его даже вот практически и не видно. Так, я думаю, у нас губы подсохли, поэтому давайте нанесем теперь Dusty Rose. Хочу, знаете, нанести его типа как омбре, начать с центра губ, возможно, я потом вообще увлекусь, но оттенок сам очень-очень красивый. Подсыхает конкрет, и, в принципе, он как такая матовая помада обычная. Короче, омбре у меня не получилось. Очень прикольный такой, на самом деле, графитовый какой-то оттенок на губах, мне прям нравится, он прям какого-то гранжа мне придает, очень прикольно смотрится. У меня еще остался один оттеночек этих конкретов, Холли, он такой больше, не знаю, красновато какой-то, малиновый, что ли, я думаю, может, в каком-то макияже мы его куда-то приделаем. Он, конечно, очень-очень яркий для этого дела, но ничего страшного. Я хочу это все покрыть блеском Lifter Gloss от Maybelline. Очень мне нравится ощущение с этим блеском. И блеск, конечно, походу подрастворил эти конкреты. И
Умбре мы теперь не видим. Короче, все вернулось на круги своя. Немножко, мне кажется, просто оттеночек на губах поменялся. Но, в принципе, прикольный такой опыт. Мне понравилось. Давайте скорее посмотрим, что у меня получилось, а потом я с вами обсужу палетку, хайлайтер и крыгину чуть подробнее. Я пока с вами близко осталась. Единственное, мне, знаете, вот хочется попробовать. Однушка у меня есть от Essence, которая в каком же оттенке? В 01. Think About You. Это, мне кажется, прям, ну, она очень подходит под вот эту вот. И она, знаете, какая вот эта однушка? Она сияющая, хотя вот так вот на сводчик всегда эти тени как-то смотрятся, как будто бы металл реально. И мне очень интересно вот просто поверх нанести, потому что спарклов тут как бы динонии нету. Ну да, вот такой немножко, знаете, какой-то блеск добавляется, чуть поживее это становится. И вот уже интереснее, это, знаете, для тех, кому может быть скучно. Теперь точно макияж готов, давайте обсуждать. Так, ну что, такой какой-то у нас вообще гранжевый макияж получился, хотя начинали мы со спокойного. Палетка мне очень нравится, у нее очень необычные оттенки. Какие-то оттенки из них напомнили мне какую-то гамму Tom Ford Pretty Baby, но здесь вот, не знаю, здесь как-то вот реально... Я такой гаммы вот вообще не видела, необычной. Прям сочетается все обалденно. Можно сделать какие-то смоки, можно сделать более повседневный, да, макияж, не используя вот этот вот темный. Очень прикольно. Возможно, для кого-то будет скучновато. Вот я поэтому немножко себе блесточек подбавила, чтобы чуть-чуть как-то поживее смотрелся отблеск на подвижном веке. А так прям вообще супер. У меня уже все руки, видите, в этих... блестках. Вот, очень такая нежная палетка, оттенки очень-очень красивые, такого я не видела нигде, за это прям супер-пупер, и вот реально хочется прям, знаете, свочить и свочить это все, потому что, ну, это очень, посмотрите, как насыщенно, блин, как вкусно, вот, серьезно, здесь вот нет никаких спарклов, здесь какие-то шиммеры сатины, но вот это настолько какие-то правильные, да, формулы, что не хочется претензий, не хочется, хочется наслаждаться, смотреть, насколько это красиво, а это красиво просто на 250%. Вам еще поближе покажу. Посмотрите, какая красотища, просто нереальная. Все-таки есть вот что-то в этих пятерках от Наташи. Они, конечно, не бомбяо, они не какие-то прям взрыв мозгов, вот, но вот для каких-то реально для спокойных макияжей вообще очень-очень даже мне нравится. Насчет хайлайтера, походу реально там какая-то, возможно, запеченная в нем формула, потому что мне как-то очень мало его я смогла добиться. Вот, жалко это теснение, безусловно, если, знаете, прям там возюкать очень-очень сильно, тогда, может быть, да, пока он какой-то прям очень-очень для меня спокойно оказался, но, я не знаю, вот для коллекционера, для кого-то прям, кто хочет вот такую вот красоту себе, я прям очень-очень советую, даже хотя бы из упаковки, хотя, как бы, понятно, что эта вещь субъективная, мне вот даже по упаковке нравится, я очень хотела... даже вот благодаря этой красоте рефила попробовать. Я думаю, что его нужно, конечно, знаете, как-то больше раз реально расшерудить, чтобы запеченная формула ушла, а побольше пигмента нам с вами выдавала. Насчет конкретов, очень много всегда негативных всяких отзывов, я наконец-то тоже, у меня руки до них дошли, вернее, они ко мне дошли сами. Прикольная вещь, мне на самом деле очень интересно...
разъест их блеск или нет, пока нет, пока все нормально. Немножко, когда у меня подзастыл, уже сложнее вот здесь вот его оттирать. Когда он свеженький, прям-таки вообще очень можно по-быстрому это все сделать. Красивые оттенки, прям вообще супер. Даже этим чоколадом можно сделать прям обалденный такой цвет, холодный, прям такой коричневый на губах, прям темный шоколад, реально очень классно. Dusty Rose мне тоже понравился на каждый день, прям вообще супер. Но вот, знаете, все-таки это эффект матовых помад, от которых я немножко так подотвыкла, потому что блески обалденные стали делать, и прям хочется себе секси-губы на каждый день даже. Вот, а так очень прикольно, мне понравилось, как бы это я тоже могу советовать. Вообще, кстати, вот что вы думаете об этих конкретах? Захотели ли вы их попробовать? Если попробовали, есть ли какие-то еще прикольные оттенки, которые вам нравятся, и я бы их тоже с удовольствием попробовала. Пишите, пожалуйста, ваше мнение в комментариях по поводу этой палетки, по поводу вот этого вот хайлайтера. Хотите ли вы их попробовать или нет? Вообще привлекает вас такая гамма каких-то, не знаю, мовов или нет? Вот так вот с виду скучно смотрится, но вот скучно со вкусом скучно. Вот это прям такая какая-то, знаете, номинация моя персональная. То есть это скучно не плохо, что скучно, а скучно, когда что-то прям такое есть. В этом все равно какая-то изюминка. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на мой канал. Ну а на сегодня у меня все. Спасибо, что были со мной. И увидимся в нашем следующем видео. До скорой встречи и пока-пока!